Солист группы «Иванушки Интернешнл» Игорь Сорин ушел из жизни четверть века назад. Но обстоятельства его гибели до сих пор под вопросом. Сам ли он свел счеты с жизнью или ему помогли? Ясновидящая Айгуль Хуснетдинова считает, что никакого насилия не было. Его никто не толкал из окна, уверена она. Но медиум не отрицает, что, возможно, во всем виноваты запрещенные вещества. Он сам не понял, что произошло. Скорее всего, это был несчастный случай, говорит медиум.